Здравствуйте! В эфире программа «Про здоровье» и с вами Раиса Киян. Сегодня у нас довольно необычный выпуск. Мы находимся в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Мы пообщаемся с заведующим отделением Шеховцовым Иваном Ивановичем и покажем, что же находится за дверьми реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Самое главное условие – мы должны быть в маске и в специальном костюме, потому что это стерильная зона. Расскажите, во-первых, как вообще начинается ваш трудовой день? Трудовой день начинается первое – это с приема детей. То есть нужно принять смену, посмотреть, как прошло дежурство, какие были проблемы, сдать ребенка, получить по нему всю информацию, которая произошла за ночь. Дальше идет этап лечения, то есть нужно написать листы, послушать, посмотреть ребенка, посмотреть, какая клиническая ситуация с данным ребенком происходит, оценить анализы, которые пришли, чтобы грамотно назначить лечение, ну и назначить дальше какое-либо дополнительное обследование. То есть это тутусковое обследование, рентгенография, от каждой клинической ситуации она может быть различная. Ну, а дальше уже после 4 начинается уже дежурство, то есть за дежурством может случиться много чего интересного, то есть это все-таки роддом, это экстренная служба, детишки рождаются разные, то есть это и походы в родзалы к детям, которые проблемные, так скажем, которые нуждаются в определенной помощи. Дать им ту помощь, которую они именно требуют, перевести в отделение реанимации, полечить, то же самое назначить лечение, обследование, чтобы ребенок, который ухудшился, привести его в норму. Вот, в принципе, вот так вот происходит работа. Она постоянно кипит. Она ежедневная. Да, она ежедневная, но каждый раз происходят какие-то интересные клинические случаи. Дети, они не постоянные, нет определенной какой-либо там градации, что-то, какая-то там, скажем, рутина. Нет, всегда каждый ребенок индивидуальный, и к нему нужен определенный подход. Поэтому клиническое мышление, клиническая ситуация всегда может быть разная. Но клинический протокол у нас одни, у всех понятно, мы лечим по клиническим рекомендациям, но все-таки, ну, как я считаю, что ребенок – это не индивидуальность, к нему нужен все равно индивидуальный подход. Ну, то, что мы здесь и, в принципе, делаем. Вообще, какие детишки поступают сюда? Почему даже дети поступают в отделение реанимации? Ну, во-первых, давайте начнем с самого простого. Это первое – это недоношенные дети. У нас Одинцовский родильный дом – это роддом второго уровня, в котором есть отделение детской реанимации на 6 коек. И еще такой большой плюс у нас есть. У нас есть второй этап выхаживания. Это отделение патологии на 10 коек. То есть, если ребенок попал в отделение детской реанимации, то он никуда не выписывается. Он выписывается тут же у нас, к нам же. Дети, ну, из родильного дома не выписываются. В других родильных домах, если ребенок попадает в отделение реанимации, то есть этап разлучения. То есть ребенка куда-то перевозят в детскую больницу, либо перинатальный центр, мама пока находится в роддоме. Это вот такие вот определенные неудобства. У нас такого нет. То есть мы полностью, если взяли ребенка, если у него какие-то проблемы, доводим это дело до конца. Значит, возвращаю вопрос, какие дети? В первую очередь, это недоношенные дети. По 208 приказу о амортизации у нас детишки с 33 недель может лечиться и рождаться в нашем роддоме.
Ну и различные все-таки, еще раз повторюсь, что роды – это такой процесс, что может ежесекундно потребоваться моя помощь. То есть как-то ребенок неправильно вставился, либо там воды позеленели, какая-то другая определенная клиническая ситуация, то есть дыхательная недостаточность у ребенка при рождении. И требуется помощь реаниматолога. То есть даже доношенный ребенок, который внутриутробно, никаких проблем не было, в родах может случиться определенный казус, который потребует помощи именно реаниматолога. Ну и реаниматолог, конечно же, должен быть всегда в роддоме, и отделение детской реанимации должно всегда функционировать. А как правильно подойти психологически к родителям, к мамочке, чтобы для них не вызвало, что ваш ребенок сейчас находится в реанимации? Ну, знаете, вот у меня такое впечатление сложилось, что есть два типа, так скажем, реаниматологов, которые вот говорят, что некоторые говорят, что все плохо, у ребенка проблемы, вот прям правду матку, прям так скажем, рубят прям очень сильно, и родители в таком прям стрессе находятся. Другие наоборот говорят, что вот мы сейчас полечим, понаблюдаем, и у вас будет все хорошо. Что эти неправы, что эти неправы. Потому что к родителям нужен тоже определенный подход. Во-первых, нужно говорить правду, и нужно говорить так, что будет дальше. Не нужно вот сейчас вот клиническую ситуацию сказали, вот, что все плохо, катастрофа, что хоть... Ну, как-то смягчить ситуацию. Вешать, да. Нужно сказать правду, что мы полностью, малыш, обследование получил, мы знаем, что с ним происходит, и дальше рассказать, как выйти из этого положения. Родители, когда начинают понимать, когда они видят, что ребенком занимаются, что ребенок не просто так лежит, и им адекватную информацию говорят, они успокаиваются и начинают вместе со мной работать в должном ключе, чтобы помочь максимально ребенку всеми способами. А допускают вообще родителей в отделение реанимации? Ну вот, значит, у нас отделение реанимации открытое. Мама, как приводится в палату в обычную, может к нам, ну, не может, а приходит к нам. Ей еще раз дается информация по организационным мероприятиям, когда можно ходить и что. Ну и мамы в основном к нам ходят, это в часы кормления, то есть у нас пропаганда грудного вскармливания, никто ее не отменял, мы тоже ее, конечно же, здесь это все дело поддерживаем. И мамы каждые 3 часа ходят, с малышом общаются, приносят молоко, то есть такой вот реанимация у нас открыта. Как вот вы уже увидели, мама свободно заходит, мы их учим, как вот одеться, как подойти к ребенку. И когда мама видит тоже, еще раз повторю, своими глазами, что вот у нее малыш лежит, и он то лечение получает, то, что с ним определенные мероприятия делаются, они успокаиваются. Ну, то есть мы начинаем работать опять же вместе. А вот вы сказали по поводу, да, вскармливания и всего остального, да, именно в отделении реанимации. То есть получается дополнительного какого-то кормления ребенка нет. Они в основном это материнское молоко, правильно? Упор делается на материнское. А молоко, конечно, грудное вскармливание. Но если все-таки это разлучение, кесарево сечение у мамы первые сутки жизни гипогалактит, то есть недостаточность грудного молока. Конечно же, мы не оставим ребенка голодного, мы его покормим, это в любом случае. Ну, и еще раз повторюсь, здесь дети лежат тяжелые. Иногда энтеральную нагрузку они не могут усвоить, поэтому мы часть питательных веществ, а иногда полный объем, вводим парентерально. То есть это через вену. Белки, жиры, углеводы, витамины, это иногда идут и через вену. А так, конечно, пропаганда грудного вскармливания однозначно. Стараемся с мамой говорить правильно, что грудное молоко впереди всего, что ребенку оно поможет. И это как факт лечения. Я всегда маме говорю, что вы здесь лежите не на санаторно-курортном лечении, что вы приходите к малышу, и основная ваша задача – это находиться с ним, психоэмоциональный контакт, чтобы малыш чувствовал, что мама с ним рядом находится. И второй момент – это грудное молоко, потому что оно дает очень большую пользу. Это как факт лечения. Иван Иванович, расскажите, а у вас есть какие-то, может быть, специальные методики выхаживания младенцев, маленьких детишек? Ну, смотрите, как правильно вот этот вопрос, я насчет так вот задумывался иногда насчет него. Я еще раз повторю, что ребенок – это индивидуальность.
все равно нужен всегда индивидуальный подход. Конечно, все протоколы у нас, протокол лечения, самые современные, это все здесь соблюдается. Именно здесь отношение к малышам, каждому индивидуальное. То есть если малыш как-то требует какого-то либо определенного вмешательства, мы его даем. Конечно, еще раз говорю, есть определенные показания, четкие, для назначения определенных препаратов, определенного лечения. Но все равно иногда вот мы вот лавируем, чтобы, так скажем, максимально сделать пользу для малыша. А так, конечно, все современное оборудование, все современные типы лечения, современная диагностика. Здесь она оказывается в полном объеме, начиная с этапа родзала. То есть у нас вот транспортные кювезы, у нас не нарушается тепловая цепочка. Если ребенок получает респираторную терапию, она уже начинается в родзале, начинается транспортные кювезы, и сразу мы здесь малыша передвигаем на уже вот такой стационарный кювез, и там же тоже она продолжается. То есть вот эти вот перерывы, они минимальные. Ну и этапы выхаживания. Конечно же, еще раз повторюсь, это индивидуально. Мама должна быть рядом и должно приближено так, чтобы малыш как бы находился еще внутриутробной жизни, чтобы этот этап был перехода плавный. Ну, вот. Вот если, например, ребенок родился 7-месячным, сколько он должен находиться на этапе дохаживания? Ну, по времени, грубо говоря, там 2 недели, может быть. Я маме я говорю всегда, я сразу начинаю с самого начала, чтобы не было таких вот вопросов, что нам такого не говорили. Я маму сразу подготавливаю. Это я не говорю так сразу резко сильно, что это больной ребенок. Нет. Я говорю, у вас особенный малыш, который требует своевременных мероприятий для того, чтобы вы потом, когда, так скажем, выписались с нашего роддома, просто вспоминали об этом, что у вас малыш 7-месячный, что вот он у вас вот такой вот был, что он находился в отделении реанимации. Но я ориентирую сразу месяц. Говорю, что ориентируйтесь на месяц, и что это не только моя работа, что это ваша работа вместе. Ваша работа тоже. Мы с вами команда, мы начинаем работать вместе. Если вы мне будете приходить здесь плакать и рыдать, как все плохо, как все ужасно, говорю, это на пользу малышу не пойдет. Поэтому мы с вами работаем вместе, психологически подходим к малышу, и этапы лечения тоже получаем максимально так, чтобы малыш у нас выздоравливал. Я сразу их ориентирую на работу, чтобы у них не было времени подумать, там, что все у них плохо, что вот работа, работа, и что ей тоже нужно работать. И тогда мама активизируется, начинает себя вести адекватно и в пользу малыша. Ну, в позитивном ключе, так. Да, и в пользу малыша тоже они двигаются. Поэтому ну, такие вот. Иван Иванович, у меня к вам такой больше не про работу, да, вашу, а именно про вас. Вот вы когда домой приходите, вам удается переключиться от работы или все-таки это уже все, это 24/7? Ну, вот честно, 24/7. Ну, во-первых, ну, я же не просто врач, это заведующий отделением. Это всегда телефон включен. Я просто не имею права его выключить, как-то поставить на беззвучные роды, тяжелые ситуации. Мне всегда об этом докладывают, всегда говорят, и врачи советуются, чтобы... Ну, разные есть тяжелые ситуации, когда один мозг, особенно ночью, ну, не может правильно выстроить план лечения. Ну, врачи определенные... Вопросы возникают, и мне приходится помогать, чтобы результат у нас был положительный. Нельзя относиться ну, к этому так, спустя рукава, скажем. То есть можно сказать, что вы живете своей работой полноценно? Я бы так не хотел говорить. Я бы так не хотел говорить, потому что выгорание наступит намного, намного раньше. Да, с учетом того, что у меня возраст, я все-таки молодой, у меня еще энергия бьет. Но я не хочу, чтобы это выгорание наступило раньше. Голову иногда нужно отключать. Ну, я ее отключаю во время отпуска. Да, так в основном. Но конечно. В отпуске вас вам не звонят? И в отпуске звонят. Я никуда не... Но в отпуске я только могу консультативной помощи помочь. Помимо того, что я еще врач ультразвуковой диагностики, УЗИ роддома все лежит на мне, детское УЗИ.
И поэтому частенько меня дергают, чтобы, конечно, я могу иногда просто поставить датчик и уже сказать диагноз ребенка, что с ним вообще происходит. Врачи только определенные подозрения есть, а вот такое последнее слово иногда бывает за мной. Ну и, конечно, по этапам лечения тоже. А так, ну да, давайте скажем так, да, работай, живем, да. Еще такой даже праздный интерес. Каждый врач выбирает свою профессию. Да? Мы же все-таки заканчиваем сначала лечебное дело, а потом уже идем выбирать свою специальность. Почему врач-анестезиолог? Почему реанимация? У меня все просто. Во втором курсе я просто пошел санитаром в отделении реанимации новорожденных. Потом 2 года поработал, полы помыл, так скажем, посмотрел на это все дело. Потом поработал 2 года медсестрой. Медбрата нет. Вот такой этот, все равно это написано было медсестра. Поработал, ну, тогда, так скажем, мне уже понравилось, что определенные, так скажем, положительный результат зависит от меня. Но я уже в той работе уже видел, что мне не нравилось, что я определенные мероприятия делал с ребенком, он идет на поправку, а все это достается врачам. То есть врач говорит, что это он сделал, понимаете? Ну, он потом стал врачом уже, то есть, ну, как влюбился в эту работу, так скажем, потому что мне нравилось смотреть. Во-первых, я работаю в жизни с маленькими детьми, они ни в чем не виноваты, что такое вот у них там определенно получаются такие тяжелые моменты. Ну, и стал врачом, потом стал заведующим, я побыл там, ну, не в этой реанимации, а смежной. Вот сейчас вот я здесь, так скажем, с самого раннего. У меня даже не было в мыслях, что вот я кем-то когда-то буду какой-то другой профессией. Вот она мне как-то затянула сразу, и сразу вот я по ней пошел. Ни шаг влево, ни шаг вправо. Были моменты, что вот я как-то отступал, анестезиологию все хотел, но это вот не отпускает уже. Ну, это получается чисто вот ваше, да, по душе? Да. Я вот, ну, сколько вот уже смотрю назад и осмысливаю вот эти все моменты, ну, просто уже не вижу себя, что вот где-то вот какой-то другой специальности я должен быть. Ну, все абсолютно устраивает, как что. Вот, абсолютно все. Спасибо вам большое за столь интересную беседу. Рождение ребенка – это всегда чудо. Но, к сожалению, бывает так, что не все идет по планам. Поэтому есть врачи и профессионалы, которые спасают жизни детей. Берегите себя и своих близких.